еще от наших активистов, значит, предложение провести политические чтения, потому что нас будет достаточно в Москве. Сейчас уже по данным на сегодняшний день, сколько у нас? 187. 187 человек изъявили желание вступить в отряды Путина в Москве непосредственно. Нам нужно будет с вами встретиться с ними отдельно еще до чтений и провести с ними разъяснительную работу. То есть они хотят от нас получить что? Униформу хотят получить. Да. Так сказать, чтобы мы им рассказали, что такое быть членом отрядов Путина. Вот, значит, мы с вами проведем эту работу. Это очень большое количество людей. Ну, с погрешностью, может быть, чуть меньше по факту придет. Ну, в общем, у нас с вами впереди очень много работы. Поэтому нам нужно набраться сил. И предложение-то какое? Провести все-таки эти политические чтения. Значит, концепция какая, идея? Значит, мы с вами позовем политологов с разных сторон, антипутинских, путинских, и будем, да, пригласим навальнистов, наших сторонников, соберемся все в одном помещении, так сказать, и будем друг друга, постараемся переубедить, или хотя бы какую-то часть, так сказать, этих неокрепших умов все-таки перетянуть на свою сторону. Доказать им в открытой дискуссии, что наша точка зрения единственно верная. Понимаете? Потому что то, что они говорят, ну это билиберда, вы же сами понимаете, вот, против Путина нет никаких фактов, чтобы можно было предъявить против Путина. Мы им аргументированно именно это и будем объяснять. Так что если вы меня поддержите, давайте будем организовывать именно это. Конечно. Раз мы уже с вами в Москве, да, чтобы нам еще не говорят, конечно, перебрали не меняет. Раз мы уже ввязались в это, нам надо идти до конца. Ребята, смотрите, вы же были в Москве. Но Путин, если на нас не опираться, на кого-то опираться. Правильно, на кого? Со всей душой будем продолжать это дело. Правильно, мы должны поддержать Владимира Владимировича в Москве, потому что, как выяснилось, вот там вот именно самое любимое место. Там самое место, вот это, место, это, да, которое надо немножко... Так и сделали.